вам слово. Дорогие друзья, дорогие гости, я хочу две секунды, ну пару минут больше нет, уделить внимание, потому что у нас сегодня очень счастливый день. Я хочу сказать вам всем спасибо за то, что вы уделили внимание, пришли с нами отметить наше приятное торжество. Все красиво проходит. Я считаю, очень счастливый день для каждой семьи, что каждый человек мечтает, чтобы дочка или сын попал в хорошее место, хорошую семью, потому что мы делаем все. Сначала ребенок рождается, мы их выращиваем, даем образование, поднимаем. Мы думаем, мечтаем о том, чтобы Джой Повидавты. Вот у каждой семьи, я считаю, это мечта. А все остальное, это все можно достичь своими силами. Я хочу просто не отвлекать очень много внимания, не говорить. Я могу тоже очень много говорить. Робин, слава Богу. Говори то, что ты хочешь, и грозь рода. Я тебе скажу, я могу очень много говорить. Давай. Не проблема, потому что, слушать. Слава Богу, у меня папа арабтов. Тоже может говорить очень много. Ага, может, да, я также могу продолжить, минут 10-15 также выступать, но это все время занимает, которое ваше драгоценное, которое вы здесь сидите, отмечаете с нами. Я хочу вас всех поблагодарить и сказать пару слов своим молодым детям нашим, которые сегодня с нами, которые сегодня такие две голубки, которые... Я хочу сказать, это очень счастливое время, которое вы дождались, Бога. Дождались, ждали два года. Терпели, проводили время друг с другом. Каждый проводил свое время учебой, причем то, что достижение своей цели. Эммануэль молодец, достиг своей цели. Добился... О чем ты мечтал? Я хочу, чтобы ты это достоинство держал до конца своей жизни. Я хочу, чтобы моя дочка зашла в семью, чтобы она сказала мама, также она сказала папа, чтобы она. Я знаю, что мы русские дома нас не поделили. Хлеб почему? Поэтому я хочу еще больше детей на свою дочку. Я хочу, чтобы она дальше продолжала. Наш достойный имя, которое у нас есть в нашем народе. Я хочу просто подарить от души маленький презент для Эммануэля Первого. Объявите, у вас это лучше получается. Здесь есть по бриллиантам и по золоту специалисты, чем я. Я не хочу объявлять бриллианты, золото, это все не нужно. Я хочу сказать, что есть маленький презент, который они сами знают, что это для них это означает. Но для домота вы можете предоставить. Для домота от родителей невесты. Для сына часы, ручные часы. Вообще, современный домот должен носить одну пару часов. Значит, вот то, что подарили родители невесты, на левую руку надевали, да, это ближе к сердцу. А вот свои постоянные часы, которые он носил до того, как на правую. Теперь настраиваешь время. Одни часы показывают, когда надо навестить родителей невесты, уже своих второго папы и мамы. А вторые часы, когда родители своих, чтобы была гармония и взаимопонимание.